Бюджетные обязательства по итогам первого квартала выполнены полностью. Отчет депутатам ЗАГС Собрания представил министр финансов. Первые месяцы года – традиционно сложный период. В январе люди массово обращаются за налоговыми вычетами. Федеральные субсидии начинают приходить только весной. А кроме того, нужно оплачивать кредиторскую задолженность с прошлого года. Но несмотря на все эти сложности, областному правительству удалось полностью профинансировать все защищенные статьи бюджета и даже снизить на 3 миллиарда региональный долг. Выполнены все социальные обязательства в полном объеме, выделены запланированные средства на строительство дорог и поддержку сельского хозяйства. При этом доходная часть бюджета даже выросла по сравнению с прошлым годом. Областной бюджет мы всех доходов получили 23,7 миллиарда. Это соответствует аналогичному периоду прошлого года. Поступление собственных доходов, налоговых и неналоговых, у нас состоялось в сумме 20 миллиардов 774 миллиона. Приростной показатель 6,4% к первому кварталу прошлого года.